благочестие тайны. Бог явился во плоти. Праздник Рождества Христова. Впервые обетование о рождении Спасителя прозвучало еще в раю для Адама и Евы, когда они согрешили и лишились благодатной связи со своим Творцом. В утешение первым людям Господь открыл им, что наступит день, и семя жены сотрет главу змея. Ожидание Спасителя проходит красной нитью через весь ветхозаветный период. Господь еще не раз открывал своим угодникам, ветхозаветным пророкам, о времени, месте и обстоятельствах Рождества Христова. Через патриарха Иакова и пророка Даниила Господь открыл время пришествия Христа. Из пророчества Михея израильтянам стало известно, что Спаситель родится в городе царя Давида в Вифлееме. Пророку Исаии было открыто, что Мессия родится чудесным образом от Девы. И вот, наконец, обетование исполнилось. Несмотря на все пророчества и на все величие происшедшего в ночь Рождества Христова, это событие осталось почти незамеченным иудеями. Уже само по себе воплощение Бога непостижимо для человеческого ума, но еще более непостижима та глубина смирения, которую проявил Христос. Он родился зимой в холодной пещере. Его положили в ясли, предназначенные для кормления скота. А вскоре после рождения ему вместе с Богоматерью и праведным Иосифом пришлось совершить тяжелое и опасное путешествие в Египет, поскольку его хотел убить царь Ирод. Иудеи не узнали знамений времени, но христиане уже с первых веков стали с особым торжеством отмечать этот великий день, ставший началом новой эры в истории человечества. Поначалу праздник в честь Рождества Христова объединялся с воспоминанием выхода Спасителя на проповедь Евангелия. И Рождество, и крещение Спасителя стали днями Его явления миру. Поэтому праздник именовался Епифания, что в переводе с греческого означает «явление». Начиная примерно с IV века, сперва на Западе, а потом и на Востоке, Рождество начинают праздновать за несколько дней до крещения. Однако до сих пор между этими двумя праздниками сохраняется тесная связь. Период от Рождества до Крещения называется святыми днями или святками. Церковь определила для празднования Рождества Христова 25 декабря по старому стилю, 7 января по новому. Этот день был выбран не случайно. Дело в том, что, следуя указаниям Евангелия, можно достаточно точно определить день Благовещения Пресвятой Богородицы, день, когда действием Духа Святого Пречистая Дева зачала младенца Христа. Это чудесное событие празднуется 25 марта по старому стилю, 7 апреля по новому. И вполне естественно предположить,
что Рождество Христово совершилось по прошествии 9 месяцев после Дня Благовещения, то есть 25 декабря. Но празднование Рождества в конце декабря имеет еще и символическое значение, поскольку христианский праздник почти совпадает с днем зимнего солнцестояния, когда начинает увеличиваться световой день. И как здесь не вспомнить слова Спасителя: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В богослужебных текстах, посвященных Рождеству, Христос именуется «Солнцем правды». Святые песнотворцы, составившие богослужебные тексты праздника, наполнили их особой глубиной и теплотой. Какие трогательные слова они вложили в уста Пречистой Богоматери: «Сын мой, как понесу тебя, которого небесный престол держит и пламенеет? Сын мой, как в яслях бессловесных положу тебя, избавляющего всех от греховного бессловесия. Сладкое мое дитя, как держу тебя, держащего своим мановением весь мир». Поэтический язык наиболее приспособлен для изложения таинственного. Вот почему рождественская служба оставляет столь сильное впечатление в душе каждого христианина. Празднику Рождества предшествует 40-дневный рождественский пост. Уже в V веке святитель Лев Великий называет его древним установлением. Проходя поприще рождественского поста, мы стараемся очистить свои души, чтобы достойно встретить Бога-младенца Христа и, подобно волхвам, принести Ему дары, свои добрые дела. В этом трепетном ожидании Рождества Христова мы уподобляемся ветхозаветному человечеству. Вот почему рождественским постом установлены особые дни поминовения ветхозаветных праведников – неделя святых Праотец и неделя святых Отец. Рождение в мир Господа нашего Иисуса Христа по своему значению сопоставимо с творением первого человека – Адама. Адам стал отцом всего человечества. Христос стал родоначальником нового, благодатного человечества, и потому святые отцы называют его вторым Адамом. Через первого Адама все мы приобщились к смерти. Второй Адам, Христос, стал для нас источником жизни, поскольку в нем нераздельно и неразлучно соединились божество и человечество. «Нас бо ради родися от рача младо, привечный Бог».